Да чего же хороша русская песня и какой разной она может быть. Это в очередной раз доказывают участники конкурса. Сегодня они, как всегда, на высоте. Стилизованные костюмы, яркие аксессуары. Каждый старается показать, насколько прекрасна культура нашего народа. Народные песни – это вот то, что отстоялось в веках. Что-то плохое, оно забывается, а что-то истинное, вот эти крупинки счастья, они остаются, и в них, правда, есть какой-то заряд очень мощный. Я это чувствую, когда работаю с детьми. Неспроста в конкурсе ключевое название «Ларец», ведь если внимательно посмотреть номера, то диву даешься, насколько талантливые дети растут в Полевском. Они подходят к исполнению песен настолько творчески, что смело экспериментируют, пытаясь удивить зрителей, и у них это получается. Анна Хлупнова занимается в коллективе «Перезвона» уже 9 лет. Собирается поступать на русское народное отделение в училище имени Чайковского. Для конкурса она выбрала оригинальную композицию – песню с разговорными вставками. Получилось самобытно. Есть! 25-рублевая ассигнация. Иди гуляй, виновый! Закружилась ежова голова на чужой сторонке живу. Пела прям. Прям нравится. Ну это круто, классно. Прям люблю народные песни. На конкурсе «Ларец талантов звонких» есть место любому возрасту, от мала до велика. Главное, как говорилось на Руси, чтобы было желание на других посмотреть и себя показать. Мы исполняем казачьи и русские народные песни. Есть лирические и такие позитивные песни, которые надо петь с хорошим настроением. Каждый руководитель сегодня рядом со своими вокалистами, помогает не потерять эмоцию и настроение. Юная Лера Бабина приехала на конкурс из села Курганово. У нее двойная поддержка в зале – мама Алена и педагог Елена Воронина. У них вообще это семейное достояние наше, Курганово. Вот мне повезло, что вот такие вот есть таланты, которые хотят заниматься, которые хотят развиваться, свои таланты развивать. Это, в общем, здорово. Мы русские, и песня русская. Что получается, это все подходит. Я очень ей горжусь. Мы будем развиваться дальше. Вот, и будем покорять новые вершины. Организаторам конкурса важно понимать, что интерес к русским народным песням становится с каждым годом только сильнее, а значит, традиция проводить «Ларец талантов звонких» будет лишь укрепляться. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, новости 11 канала.